Это результаты чемпионата России, елки-палки. Как прошел тур, какие изменения в таблице и кто может повыситься из ФНЛ. Крылья Советов победили Динамо в матче с 7 голами 5-2. Помните, как завершилась предыдущая встреча? 1-0 в пользу крылышек. В общем, самарцы в третий раз подряд обыграли Динамо. Антон Зиньковский и Владислав Сарвели заработали по 3 очка, забив по голу и отдав по 2 передачи. Столичный клуб имеет серию из 3 поражений. Урал уступил второй раз в сезоне Спартаку с одинаковым счетом 1-3. Новичок красно-белых Шамар Николсон из Ямайки забил второй дубль и оформил хет-трик в Кубке России. Спартак одержал 3-ю победу за 4 игры. Нижний Новгород проиграл Ахмату 0-1, который с 53-й минуты играл в меньшинстве. Команда Александра Киржакова имеет 5 игр без побед, а вот талалаевцы выздоравливают 2 победы к ряду. Зенит с минимальным счетом одолел Химки, прервав их 7-матчевый беспроигрышный отрезок. Иван Сергеев отличился в 4-й игре подряд. Зенит имеет 3-матчевую победную серию. ЦСКА без Игоря Акинфеева проиграл конкуренту по турнирной таблице Сочи 0-1, который, между прочим, взял реванш за поражение в Кубке страны. Макарчук, зимой перебравшийся из Балтики, забил на 10-й минуте единственный гол. Для ЦСКА это 2-е поражение подряд, а сочинцы не уступают 6 игр. 4-я красная карточка в туре была показана в игре Уфы и Ростова. Сам матч завершился с сухим счетом 0-0. Олас не реализовал шанс 11-метровой отметки. Уфа 5 матчей идет без побед. Арсенал и Краснодар расписали ничью 1-1. Это первая ничья во встрече этих команд за последние 11 матчей. Спиртяну пришлось перебить пенальти, который он не забил в первый раз. Арсенал имеет 12-матчевую безвыигрышную серию. Последний раз туляки побеждали Химки 5 декабря прошлого года. Краснодар имеет 3 матча без поражений, 2 победы и 1 ничья. Локомотив в концовке игры с пенальти вырывает победу в матче с Рубином 1-0. Рубин проиграл второй тур. На своем же поле железнодорожники одержали 3-ю победу к ряду. Расписание предпоследнего тура: 13 мая Сочи примет Нижний Новгород, 14 мая 4 игры Уфа, Арсенал, Локомотив, Динамо, Ростов, Химки и Ахмат, Крылья Советов. 15 мая 3 встречи: Урал, Рубин, Спартак, Зенит и Краснодар, ЦСКА. Список лучших забивак: Агаларов из Уфы имеет 18 мячей, Полос из Ростова заколотил 13 голов. Кстати, в этом туре они встретились в очной игре. Шиманский из Динамо уступил первое место в списке лучших ассистентов Зиньковскому из Крыльев Советов, у которого на одну передачу больше. Агаларов лучший игрок по системе гол плюс пас, 18 очков. Дзюба набрал 17 очков. Турнирная таблица. Чемпион Зенит набрал 64 очка. Динамо, потерпевшая 3 поражения подряд, настигает Сочи 52 очка. У ЦСКА 47. Чтобы выиграть медаль, команде нужно за 2 тура до конца ликвидировать отставание в 5 очков. Ниже расположились Краснодар, Локомотив, Крылья Советов, Ахмат, Спартак, Ростов. Этим командам не грозит вылет. Нижний Новгород и Химки вырвались из зоны переходных матчей. Рубин 13, Урал 14, Уфа 15, Арсенал 16. Оренбург в шаге от повышения. Команда набрала 73 очка. Побороться за прямую путевку могут Торпедо, Факел и СКА. Через пару дней, 10 и 11 мая, Енисей и Алания поборются за выход в финал Кубка России, а Ротор и Текстильщик потеряли шансы. Если информация была полезной, я за вас рад. Услышимся на спортивном.